каким весом, Элечка, родились твои двойняшки? 850, но это, мне кажется, шикарный вес, потому что они родились 6,5 месяца. Кило 850 это каждый. Каждая двойняшка? Да, каждая двойняшка, да. Это нормально. Поэтому это было, да, для 6,5 месяцев. В итоге ты и получается? Рекордно, да. 3,5. На самом деле, я видела, у меня подружки, да, у Иринки тоже. Кило 900, это же вообще просто. Да. А у меня у подружки 650 грамм. Да. Вообще-то ну, огромная это, мне радость, кажется, когда это... рождается маленький человек. И да, хотелось бы да, узнать сегодня, насколько медицина сильна, если рождаются с более меньшим весом. Поэтому... И 6,5 месяца. Да, тоже наши. Но они а месяц лежали в кювесе. Ну, да, конечно... Я знаю, 7-месячные, да, такие дети, одаренные Богом. Вот сложнее, когда 8-месячные рождаются. Там какие-то нарушения. Да, но у меня даже 7 месяцев не было. Вот. Ну, мы, конечно, у нас была и остановка дыхания, и остановка сердца была. Конечно, это было что-то нереальное, все, через что я проходила, но, слава богу, все сейчас позади. Девочкам 12 лет, они ростом с меня, и если бы врачи увидели, они бы, наверное, не поверили, что это они, да. Потому что были похожи на инопланетян. Было такое треугольное лицо и такая вот косточка, на которой вот так вот, как спущенные чулочки. Это было что-то... Вот поэтому давайте мы сейчас пригласим нашего гостя и как раз таки обо всем об этом. Официальный партнер программы — салон мебели «Аллегро Стиль», улица Чернышевского, 104. Мебель Инсайт предлагает комплексные интерьерные решения, включающие в себя мягкую мебель, гостиные, спальни, столы, а также множество аксессуаров. В наших салонах мы всегда даем уникальную возможность купить элитную мебель со скидкой. Мебель на распродаже очень хочет найти своего покупателя, а ее низкая стоимость связана с необходимостью пополнять салоны новыми коллекциями. Мебель от Мебель Инсайт станет красивой деталью, элегантно дополняющей уютную атмосферу вашего дома. Спешите! Ваша мебель ждет вас! А гость сегодня... В нашей программе Грешилов Арсентий Арсентьевич. Арсентий Грешилов. Врач-неонатолог высшей категории. Врач-анестезиолог-реаниматолог высшей категории. Врач-невролог, специалист по ультразвуковой диагностике. Ассистент кафедры поликлинической и неотложной педиатрии с курсом Института последипломного образования Башкирского государственного медицинского университета. Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных клинического родильного дома номер 4 в Уфе. Кандидат медицинских наук, заслуженный врач и отличник здравоохранения Республики Башкортостан. Признан лучшим врачом-неонатологом в городе Уфе в 2014 году. Знаете, 12 лет назад случилось чудо, и у меня родились двойняшки. Хотя ни у мужа в роду, ни у меня их нет, но они родились, к сожалению, 6,5 месяцев. У нас был, конечно, безумный стресс. Они месяц провели в кювесе, потом у нас была остановка дыхания, также была остановка сердца. Скажите, это какое-то оказало влияние на их развитие? Потому что мне кажется, что они у меня вполне полноценные, учатся хорошо, физически развитые, ростом с меня. Ну, знаете, историю на самом деле знает немало новорожденных детей с очень низкой, экстремально низкой массой тела, то есть меньше 1,5 тысячи грамм и 1000 грамм, которые стали будущим знаменитыми людьми. Исаак Ньютон, Леон, Черчилль. Вот. И никто не скажет, что их недоношенность как-то отразилась пагубно на их умственных способностях. Как минимум, да. Ну, я думаю, и в том числе, если говорить о здоровье. Конечно, сами по себе преждевременные роды, они, конечно, несут риски для самих детей. Но здесь играет роль, конечно, стечение ряда факторов, то есть наличие тех или иных патологий у детей, сочетанных или комбинированных, которые усугубляют состояние. Либо эти дети просто, они могут родиться в принципе условно здоровыми, просто недоношенными. Тогда, конечно, исход у них, и они дышат самостоятельно с рождения, они развиваются, помогают, их просто выхаживают. Вот, без использования таких вот новейших технологий. Вот, то есть это дети, конечно, прогноз у них более благоприятный. Вот, то, что у вас дети здоровые, это очень хорошо, здорово. Угу. Вот, а значит, у них не было, несмотря на то, что был достаточно сложный период в роддоме, не было таких серьезных... Они не могли самостоятельно дышать. Дышали они через трубочку, кормили их тоже через трубочку.
Я сама два раза заставала детей, когда вот я просто подхожу к ребенку, я вижу, как синеет носогубный треугольник, потом весь ребенок превращается во что-то фиолетовое, непонятное. Врачи, медицинский персонал, который ухаживал ваших детей, делал все максимально возможное, чтобы минимизировать все вот эти проявления этих заболеваний и как можно бережнее вывести детей из этого состояния. С минимальными, так сказать, осложнениями. Что произошло в этом случае? Поэтому я думаю, что вы мысленно не раз уже поблагодарили медицинских работников, которые ухаживали ваших детей. Конечно, есть случаи, когда и за 20 с лишним лет работы я был свидетелем различных ситуаций, различные дети были, различные степени тяжести. И бывали, на самом деле, родившиеся в очень тяжелом состоянии, приходили через несколько лет красивые девчонки, мальчишки. С модельной внешностью. Да, и просто диву даешься, что вот когда-то вот этот ребенок был в таком тяжелом состоянии. И, конечно, в моей памяти немало таких, что, конечно, всегда радует. Всегда это приятно очень. Вот. Но, естественно, хочется сказать, что чем меньше масса тела, тем, конечно, сложнее ухаживать таких детей, тем больше вероятности осложнений, последствий в будущем. Вот. И, а какие осложнения могут быть? Ну, осложнения, они начинаются с момента рождения у таких детей. Здесь надо, конечно, понимать, что об этой теме, о выхаживании новорожденных с очень низкой массой тела, начиная с 500 грамм, уже давно пишется, много показывается. Конечно, в основном показываются положительные... Динамика. И положительные примеры выхаживания таких детей. На самом деле, в западных странах достигли значительных результатов. То есть, допустим, дети с экстремальной низкой массой с 500 до 1000 грамм, они в 80% случаев выписываются из родильных домов. То есть выжимаемость очень высокая. Мы пока стремимся к этим показателям. Вот. Но у нас уже в пределах близко к 60%. 55-60%, но надо учитывать, что мы, конечно, уже начали этим заниматься не так давно, официально с 1 января 2011 года перешли на критерий живорожденности с 500 грамм. Хотя и раньше, конечно, если ребенок подавал признаки живорождения, мы тоже старались им помочь, спасти. Сейчас это является обязанностью, и поэтому эти дети, во-первых, концентрируются в серьезных медицинских учреждениях третьего уровня, как говорится, то есть таких перинатальных центров, как наш 4-й родильный дом ГЕЛ, один из крупнейших, кстати, не только в Башкирии, а вообще в Российской Федерации. У него проходит около 7 тысяч родов в год. Вот. А у нас большое отделение реанимации, интенсивной терапии новорожденных, в котором я работаю, это на 27 реанимационных коек. Это тоже очень большое отделение, тоже, если говорить по стране. Вот, поэтому мы обязаны выхаживать таких новорожденных детей. Насколько опасна переношенность? И может ли быть она опасна, если человек, допустим, ребенок не 9 месяцев, а 10 месяцев, а 10? Да. Я слышала, что 10-месячные дети выживают даже сложнее, чем недоношенные. Правда ли это? Ну, это на самом деле тоже правда. Я сам 10-месячный, поэтому мне мама говорит, вот 10 месяцев тебя носила, поэтому такой умный. А я родилась в 4,750. С таким экстремально большим весом. Конечно, дети более 4 килограмм у нас уже считаются, а даже те, которые извлечены путем кесарево сечения 3 килограмма 800 грамм, они считаются крупными детьми. Больше 5 килограмм. Гигантские. Конечно, каждый день у нас есть такие крупные дети. Не обязательно в реанимации, вообще в роддоме. Вот. Само по себе, часто это бывает обусловлено просто генетически, просто родители тоже были крупными. И, соответственно, я всегда говорю, от крупных родителей мелких детей не бывает. То же самое наоборот. Если родители невысокие, крупкие, то дети, как правило, повторяют своих родителей. Что касается, на моей памяти был больше 6 килограмм ребенок, насколько я помню. Ну, это, конечно, все мы его... Это пытка, мне кажется, прежде всего для женщины. Это же надо родить. Естественно, путем он родился, нет, кесарево сечение, конечно. Переношенность, конечно, тоже не есть хорошо. Почему? Потому что более 42-43 недель срок гестации, дети уже уплотняются, уже кости,
кости черепа. То есть начиная вероятность инфицирования таких детей появляется, уменьшается количество колоплодных вод. То есть и эти дети тоже попадают, женщины попадают в группу повышенного риска. Скажите, а что делают врачи, когда видят, что уже срок большой, и они уже женщины перенашивают, они как-то стимулирующие препараты вводят? Ну, конечно, тут акушерская тактика разработана в этих ситуациях, и если женщина не идет естественным родом, то, конечно, ее роду разрешают потом гетеросечение. Вопрос: детский церебральный паралич. Чего надо избежать во время беременности, чтобы не родился ребенок с таким диагнозом? А чтобы избежать этого, ну, конечно, что? Желать всем, это, конечно, нормально протекающей беременности. Естественно, беременность подготавливается, как наши акушер-гинекологи рекомендуют. Нельзя, когда беременность там закончилась, как-то неудачно прервалась, и сразу беременеть. Должен быть выдержан срок. То же самое относится после кесарево сечения. Нужен срок, чтобы рубец стал состоятельным. Там, 2-3 года между промежутки. То есть вот эти вот экстремальные ситуации в акушерстве, они могут быть причиной развития тяжелых асфиксий внутритробных, прежде чем ребенка извлекли, он уже сильно пострадал. Вообще понятие асфиксии, оно, в общем-то, на Западе, например, они от него отказываются, потому что гипоксии, они говорят о том, что трудно установить тот временной фактор, интервал, когда мозг ребенка начал страдать. Внутриутробный или же в момент родов, произошла отслойка плаценты, это экстремальная ситуация, нарушилось кровообращение, притока нет, как быстро женщину доставили в роддом, как быстро роды разрешили. Вот эти факторы играют. Чем больше ребенок испытывает кислородное голодание, тем больше нарушено его подцитарное кровообращение, тем больше вероятность. А на ранних стадиях беременности это можно выявить, ДЦП? Нет, конечно. Здесь, если проводятся скрининги регулярно, там каждые 10-12 недель, да. Знаете, первый, второй, третий скрининги, на каждом из них, во-первых, смотрит маточный кровоток, смотрит какие-то характерные признаки аномалии развития плода. Вот, и до 22 недель можно успеть, там, если пороки развития диагностировать, да, прервать беременность, если там серьезные хромосомные нарушения. Если нет таких вот структурных изменений, да, то, конечно, и протекает беременность спокойно, нормально, то, как говорится, здесь ни о каком ДЦП речи может быть. Перед тем, как зачать и родить, за какое время, за какой срок, за сколько лет? Надо отказаться от алкоголя. Абсолютно. Будущей мамочке, папочке необходимо бросить курить и употреблять алкоголь. Но как минимум за полгода подготовка, даже если мы говорим в условно здоровых родителях, она должна начинаться как минимум за полгода. То есть организм должен очиститься, должен подготовиться. Ну, на самом деле, да, нужно постараться избавиться от вредных привычек, если они есть, это понятно. Вот. Поэтому нужно подходить к рождению ребенка серьезно. Вообще хочется поблагодарить вас за выбор, наверное, вашей профессии. Да. Потому что спасение новых жизней людей – это очень важная миссия сегодня для человека в целом. Спасибо вам большое. Мы очень довольны были беседой сегодня с вами. И сегодня гость нашей студии – врач-неонатолог-невролог Гришилов Арсентий Арсентьевич. Съемки нашей программы проходили в салоне элитной мебели «Аллегро Стиль». Официальный партнер программы – салон мебели «Аллегро Стиль», улица Чернышевского, 104. «Мебель Инсайт» предлагает комплексные интерьерные решения, включающие в себя мягкую мебель, гостиные, спальни, столы, а также множество аксессуаров. В наших салонах мы всегда даем уникальную возможность купить элитную мебель со скидкой. Мебель на распродаже очень хочет найти своего покупателя, а ее низкая стоимость связана с необходимостью пополнять салоны новыми коллекциями. Мебель от «Мебель Инсайт» станет красивой деталью, элегантно дополняющей уютную атмосферу вашего дома. Спешите, ваша мебель ждет вас!